Давай начнем с того, что если его у тебя нет, значит, ты есть. Давай посмотрим, кто ты в тот момент. Проще всего сконцентрируйся на том, что условно можно назвать руками. Руки, там, не знаю, ласты, крылья, неважно, как оно выглядит. Вот то, что у тебя есть. Конечности какие-то есть у тебя? Давай сейчас посмотрим. Ты чем-то держишь этого червяка или этот червяк возле тебя где-то? А, вот это такое, ну как, думал, что рукой вытягивает. Хорошо, давай, думал, что рукой. В этом моменте, в этом моменте. Вытащил червяка. Значит, когда этот червяк появился? До него у тебя не было. Сейчас рукой, да. Тот момент, когда его еще не было, как ты выглядел? Как рука выглядела? Смотри на руку. Ну, я насмотрелся сеансов с вами. Стоп, вырубай память. Вырубай память. Не смотри на память никак. Понял. Просто ты сейчас ощущаешь свою конечность. Условно, руку, крыло, там, ласту, лапку, неважно. Вот конечность у тебя есть какая-то? Вот, скорее всего, есть. Ну да, рукой держу. А вот, откуда супер. Оно взялось? Давай. Подожди, стоп, давай посмотри на свою руку. Как выглядит рука? Чья это? Синего. Рука? Мне лезет в голову, что синего цвета рука. А давай посмотри на пальцы. Пальцы есть? Ну, лезет в голову, что пальцы есть. Ну, вроде как перепонки между ласты пальцами. Ласты какие-то. Как ласты, Илья, да. Я почему-то тоже ласты увидела такие. Как пальцы, как черные и синие перепонки, да. Да. Что-то вот... Это тебе повезло, руки у тебя есть. Давай посмотрим, насколько крутое везение. Ноги были? Ноги? Ага. Не вижу. Ну, попробуй, почувствуй. Если есть руки, тело – это только руки или еще что-то есть на теле? Пошевели там своими конечностями, что там у тебя. Ну, в голову лезет, что вроде такое. Ну, я себе представляю, что по спине гребешок, как этот, ну, как у рыбы плавник. Или как у ящерицы какой-то. Да. Земноводное что-то, да. Земноводное какое-то, голова, да. И голова вроде как нечеловеческая. Да. А что нечеловеческая? Да, что-то... На тритончика на какого-то похож. Да, где-то синие ящерицы. Да, вот у меня... Синие ящерицы где-то были. Какой-то тритончик. Вот и синие, что-то синее. А почему синее, не понимаю. Потому что синие ящерицы. Потому что синие ящерицы. Что там понимать? Да. Кто тебе сказал, что должно быть только такое? Зеленые вот разное вещи. Может быть. Да. Посмотри, какой. Ну, красивый же тритончик, реально тритончик. И хвостик вот так закрученный. Так. И вот тут начинается типа такой какой-то такой. Ну, как вот как у рыбы, вот плавник по всей линии. Да, все правильно. Красавец, просто красавец. Что-то мне в голову лезет. Нет, красивый, Вить, красивый. Мы тоже это видим. Вот поверь мне, как женщине, ну, реально красивый. Такая прям синяя ящерица, ну, песня. Мы ее тоже видим, Вить, все нормально. Да. А я верю вам. Чувствуй то тело. Не надо нам верить. Чувствуй, не надо верить, вспоминай. Надо чувствовать тело. Вспоминай. Вот ты ящерица синяя, тритончик какой-то. А этот червяк где-то возле тебя. Определи его, где он. Мы сейчас смотрим, где этот червяк у тебя взялся. Откуда, да? Что за ситуация? Просто вспоминай тогда все из той жизни, из того тела. Это все, что мне в голову лезет, то нет, и говорить. Подожди, стоп. Да, не надо, чтобы говори, в голову лезло. Да. Образы, воспоминания. Образы, воспоминания, да. Не, ну вот, ощущение. Вот просто... Да. Оно вот в голове. Да, воспоминания – это кино, которое идет внутри головы. Да, все. Да, вот мне впечатление, что вот сзади что-то такое раз, вот, и вроде как
и пять пальцев, ну, эти как перепонки, и вот чешуя какая-то. Да. И вот не человеческая голова, но глаза, и я вижу, но вижу, значит, песок. А чё песок, не понимаю. И что я делаю? Ну, подожди, ящерица земноводная, все нормально. Ты можешь быть и в воде, ты можешь быть и на песке. Тут все сходит. Смотри вот сейчас на этого червячка, который... Не уходи в другие какие-то дебри. Ты я смотришь, понял. Ищешь этого червячка, где он относительно тебя, ситуация, в которой он появился. Тебе его кто-то дал, ты его откопал. Давай смотрим. Ну вот, приходит что-то в голову, что съел, просто съел червяка, просто съел. А почему съел? Просто... Ты всегда таких червяков ел, да, или это был первый? Вообще не помню. То есть это был первый червяк, которого ты съел? Наверное, что это, да. Это было любопытство, что... или тебе было любопытно, что будет, если ты... Да, что-то вот, чтобы съесть. Для ты чего? Ты его сам нашел или тебе его кто-то дал? Такое впечатление, что вроде бы как мне любопытно вот лежит что-то. И надо съесть. Да, взял мясо, само приползло. Да, что-то такое. Морковка. Ну, что-то вот для, или для интереса, или такое впечатление, что вроде как кто-то подложил специально, что интересно, чтобы было. Да, там. Вот. Вот тот тритончик, он какой возраст у него? Ну, если параллели с людьми проводить, это молодой, старый. Кому так не любопытно? Где-то так. Ну, такое впечатление, что ну, лет, наверное, ну, по ощущениям, такой вроде уже крепенький, 25-30 лет. О, тоже да. А если подумать по ощущениям, смотри. Посмотри другие тритончики, такие. Посмотри других, да. Размер и вообще параметры, твердость. Тогда, я понял, ну такой крепкий, окрепший. Вот судя по тому, какой у меня гребешок, и обращаю внимание на то, что ну, лицо или клюв. Или, Хорошо. Ну, значит, ты уже взрослый тритон, ну, отлично. Мне кажется, что получается. Возраст примерно такой же, в котором это и срезонировало твоей жизни и вызвало вот эти разрушения, непонятно кем вызванные. Лет 12-13, да. Да, вот, да, вот такой подросток. То есть уже тело более-менее сформировано, мозги еще не очень, опыта хочет набраться и что-то съел. Я просто говорю морковка, потому что мы как бы общались с неким, ну, человеком, он был котом, ребенком. И как сюда попал? Он говорит, морковку съел. А все ели такую морковку? Нет, мама говорила, что нельзя такие морковки есть, а он съел. Ну, какой-то яд такой, ну, типа. Вот, и умер там, и родился здесь. Нормально, я просто моржом морковку. То же самое. Да, мы просто о своем смеемся, да. Не, недавно была смотри, ситуация. Смотри, да. Тебе действительно, Илья, ему лет 12-13, и тут стоит обратить внимание, кто предложил тебе этого червячка скушать. Обрати внимание, вот ты увидел, ты зачем его, тебе интересно стало, или тебе похвалиться перед кем-то, какой ты крутой, ты сожрешь червяка, или тебе просто ты голоден был, или ну вот давай сейчас смотри на эту картинку. Мы уже видим склонно эту ситуацию, уверен, да. Но ты должен сам вспомнить. Ну вот мне лезет, как лезет такое? Ну все, давай, ну, говори, хорошо. Навеивает, женщина. Просто дает попробовать. Да. Девушка или женщина, а смотри. В каком статусе эта женщина? Интересная, беленькая. Или светленькая. Ну, там самки беленькие, да. Да.
самцы тебе синенькие. просто женщина дала, ну, женская энергетика, женщина, ящерица, не суть. Самочка дала тебе попробовать. Вот этого червячка. Ну, подложила его тебе, и ты, как чтобы не ударить. Что она при этом сказала? Ну, как бы ощущения какие? Смотри, она улыбалась. Улыбается. Да, улыбается. И просто сидим. А после что мне... было? Дала, а ты съел. Что дальше? А такое, ну, лезет, что вроде как я хотел секса или она хотела. Вот что-то мне влезет такая белиберда в голову. Угу. Нормально, все хорошо. Как, ну, это? 13, это 13 нормально. лет, условно говоря, это Еще в нормально, том да. мире. А червячок-то вот съел червячка, и что? Ну, симпатия была, ну, а она что? Она дала тебе червячка, дальше что было? Зачем ты его Фантазия съел? или Ты был фантазия? голод? Не фантазия, все, воспоминания пошли, говори. Мы же проверяем, давай, все нормально. Голодный был? Нет, такое Нет, ощущение, что нет. голода как такового Да. вообще нет. Ты Просто... хотел понравиться, ты хотел заслужить Да, ее там, вот. Просто как, ну, такое впечатление, что, ну, она предлагает, а ты как бы не можешь отказать ей. Угу. Да, все понятно. Потому что она подчинение. интересная Да, какая-то. вот это вот программка подчинения женщинам. Видишь, откуда она, вот как интересно Как у тебя она глубоко. завязана, как глубоко, видишь? Вот подчинение не твое важно, а женщине, чтобы подчиниться, и вот ее воля. Понимаешь, вот смотри, мы за это время уже рассмотрели программку, почему у тебя блок в голове. Сейчас мы выясняем вторую причину, почему у тебя вот такое вот не совсем гармоничное отношение к женщинам, почему ты постоянно как под них подныриваешь и Еще пытаешься вот... глубже. Да, То есть, да, понимаешь? как условие для секса должен съесть. А вот что ты съел? Была Что ли после она того... искренна? Что произошло после этого? Да. Был ли Вспоминай. секс, условно говоря, или ты умер от того червячка, или что Не... произошло? Ну, да. Давай, вспоминай, вспоминай. Да, все, я поняла, Илья. Я поняла, Илья. Секса я не вижу, не вспоминаю Так, никакого а секса. что видишь? Вроде как червячок съел. Угу. А для чего съел? Да, А хорошо. дальше что Для было? того, чтобы... А что дальше? Она как Такое реагирует на впечатление, это? пещера. А что пещера? Ну, сейчас костер меня... Ну, так должно быть или что? Пещера, костер. И просто сидим. Я, она. Так. Она как реагирует на то, что ты съел Съел червячка? червячка, дальше что Она было? довольна. Вот и такое, ну, вот мне в голову идет, что ей все равно. Вот просто она все Да, равно. да. Что со мной? А у меня? А зачем я ел, если у нас все равно ничего? Вот. Ну, или не общего, Ты или... чувствуешь, что ей пофига, зачем тогда подчинился ей? Да, вот обман какой-то. Обман. А в для чем обман? для Ну-ка, чего? ну-ка. Да. Так, И дальше. для чего обман? Для того, чтобы использовать в чем-то. А в чем Ну, это использовать? твои выводы. А может быть, без использования просто ей доказать себе, что она может обманывать. Женщины иррациональны чаще всего. Дальше с тобой что было? Съел червячка. Съел червячка, потом посидели, и я ушел из пещеры, вот просто, ну так фантазирую или что, просто взял, вышел из пещеры, нагнулся и вышел. Так. Опять песок, а вдалеке море вот такое Да, синее все что-то. правильно. А дальше Все что правильно. было? Ну, пришло такое, что пошел в воду и уплыл. А куда? В Да. неизвестность. Вниз.
просто в неизвестность, а почему все. Почувствовал себя обманутым, разочарованным, а что ожидал, вообще непонятно. Ну, а дальше что было? После чего? Уплыл. Вот уплыл, и а дальше какая-то неизвестность. А, сейчас что-то такое, город в конце. Вроде как я просто плыву, а на берегу город какой-то белый. И интересный, вроде как старо наших построек вот таких, только, только не таких ажурных, а просто квадратное белое. Ну, прямоугольное. Ну, это было до, вот воспоминания, это из того времени, как до того, как ты съел червячка, или после точно? После червячка. Так. Вот. Как ты в тот момент выглядишь, когда ты этот город увидел? Ты еще в том теле, ты еще тритон, или ты умер и родился заново? Вот что сейчас давай выясним. Не вижу. Себя вообще не ощущаю никак. Просто вроде бы как я просто вижу из ничего. Из вот ничего просто вижу город впереди. В какой момент ты перестал ощущать тело тритона? Смотри, вот ел червячка, ощущал тело тритона. Дальше. А просто вошел в воду как тритон, а потом просто увидел, что вроде как поплыл прямо в никуда. Просто впереди ничего не было. И не ощущая себя ни тритоном, ничем, просто как сознание понимает, что впереди город какой-то вот на берегу. И меня туда тянет, к этому городу. Просто, чтобы выйти... Ощущение тела туда. Уже нету, да? Да, да. Нету, да. Вообще. Развоплотился. Ну вот смотри, она тебе дала яд на слабо. Ты его съел и умер. Вот зачем она это сделала? Что было до, смотри, и после? До того, как съел червячка? Вспоминай вообще все, что... И говори все, что идет. Ну, такое огонь, просто огонь, что-то горит. Горит черным, с красным. Что я там делаю? Или что-то там делаю я возле огня? Ага, не возле огня, и обжигает, и лицо этого, вот этого ящерки, чи шо? Тритончика. Да. А шо еще? Ну, сожгли потом тебя, тело. Это обычная практика. Обожженный, да. Вот. Лицо вроде горит. Обжигает. Она просто там поспорила. И Илья, Витя не посмотрит через нее, как не сможет. Она просто с подружкой поспорила на слабо, что он ради нее там что-то сделает с собой, понимаешь? И он прекрасно понимал, что это опасно. Это как в нашем ощущении, как рыба фуга. Но съел яд, потому что она ему дала, и как чтобы не показаться каким-то трусом. Да, она же не может обмануть. Если доверие она дала, женщине, значит, все нормально, да. А она просто посмеялась, как, знаешь, ну и дурачок, сел и съел. И ему стало плохо, ушел реально в море, он не смог никуда уплыть, он просто вот вниз, я вижу, утонул. Да. А то, что ты видишь уже другой город, который вот кубики и как паски, это уже твое новое воплощение сознания идет на следующее воплощение, скажем так. Там не то, что самоубийство, а там просто утонул, плохо стало в море от того, что вот эту гадость съел. Он как в костер сначала упал, а потом, ну, да, а потом пошел. Сидели. Да, сидели вот они вдвоем в пещере, да, ты упала, и она начала, как ей это неприятно, визжать, что фу, какой ты, мол, типа там, ну, дурачок или что-то и делаешь, что-то пьяный, такое. Потому что яд уже пошел в мозг. Яд уже начал действовать, ты просто развернулся и пошел туда в мозг.
детское такое, жестокое, глупое. Ей Ну и, хотелось наверное, самоутвердиться. в этой жизни тоже были такие от женщин, то ли нейтральные, то ли и последствия Западло. ужасные, да? Ты Были? пытаешься стать хорошим для них, они тебя используют тупо. И вот... Да, я позволяю женщине все. Я вот своей богине, мы женились с ней, и ни одной гулянки не было. Ну, на свадьбы, как по молодости, день рождения там. Она, я никогда ей не говорил, что так, все, 10 часов вечера, все, домой идем. Вот. Никогда позволял все. Ведь гармоничные отношения бывают. Понимаешь, одно дело позволять все, другое дело гармоничные отношения. Насколько она к тебе гармонично относится, а насколько тебе с ней хорошо. Дело-то не в том, что ты должен стать злюкой, букой, да, позволять или не позволять. Мы сейчас не о семейных отношениях, мы о твоих отношениях в целом с женщинами. Что женщины используют зачастую просто ради того, чтобы использовать. Без цели, а Без в итоге цели. разрушение. Они сами А в не итоге знают, зачем это разрушение, делают. понимаешь? И ты разрушаешь Да. себя, потому что ты под каждую как Ты позволил. подстраиваешься. Мы сейчас не о жене. Жена, если у вас все хорошо, и вы живете, неважно, как ты ее называешь, как она тебя называет, ну, понимаешь, если у вас все хорошо, значит, ну, Ну вот все смотри, хорошо. мы разобрали твой негатив, саморазрушение, самотюканье. Разобрали причину. Потом мы разобрали причину, почему все разрушается. На уровне психологии, на уровне этой жизни в 13 лет, вот это вот разрушение твоего мирка, где все упорядочено, где все там все подписано было, другие разрушили. И вот как это, и всю жизнь ты как позволил разрушать свою жизнь. Вот. А Так. потом мы на тонком плане пошли еще глубже. И выяснили, ты вытащил эту структуру, молодец. Откуда это пошло? Позволение себя разрушать. Видишь? Оно завязано на инстинкт размножения, оно завязано на детство условно, ну, юношество. Вот именно момент полового созревания. И вот когда оно пошло, когда тебя обманула, женщина разрушила. Вот откуда идет разрушение. Понимаешь теперь? Программка. Только у тебя условно половое созревание, и кто-то, кому ты доверяешь, разрушает всю твою жизнь. Упорядоченность любую и прочее. И там еще куча следствий, как у дерева. То есть вот женщины тебя используют, вот ты им Вот подчиняешься. родные тебя Вот используют. любое доверие, ты всем доверяешь, они об тебя ноги вытирают, разрушаются. Вот у тебя поэтому ничего не получается, комплексы, что ты такой сякой плохой и так далее. Вот он, этот корень. Да. И вот сейчас, я думаю, ты будешь осознавать, и постепенно все будет меняться в твоей жизни. Я думаю. Надеюсь. Ну так и будет. Что ты уже знаешь. Не мгновенно, но постепенно ты уже... Программки ушли. Негативные. Те, которые корень, тебя да. разрушали. Да. Источник. А у меня вот... Я вот разговаривал и ощущал, что вроде бы как и вот сейчас просто клац включил и еще чувствую, но наполовину практически меньше. Ну, Вот ушло, половина уже ушло, оно будет уходить лопатками. Дальше, да, да, да. Да. Видишь, Да, видишь, как все было да, глубоко. Надо себя настраивать. Да. Сейчас просто прочувствуй, Витюш, то, о чем мы с тобой разговаривали, то, что мы делали. Вот прокрути себе, почувствуй, еще раз осмысли это все. И ну, теперь на я связи. Много думаю, да. Да. Смотри, позитивные мысли, не то, что ты не можешь, а то, что ты можешь, попробуй вот об этом, то, что я тебе говорил. Потом по ощущениям, вот то, что вот мешает, вот ты концентрируешься мысль, а оно раз тебя вводит, а ты раз... И на энергетику место. собрал и все упорядочил, как вот было у тебя ну, в нормальной жизни. Вот если бы не этот момент, 13 лет там или 12, когда вот тебе разрушили твое благополучие, упорядоченность, вот все было бы, вот как была бы твоя жизнь сейчас, вот продумай, к этому моменту, если бы вот этого нехорошего эпизода не было в этой жизни. Но у меня... А потом иди дальше, если бы ты, вот как можно было бы
все иначе вот у Тритона сложиться. Стоило ли этому Тритону так реагировать? Почему тот Тритон так отреагировал с этой самкой? Почему он позволил себя разрушить свою жизнь? Вот это все сам продумай. Стоит ли в следующий раз быть более осмотрительным просто, понимаешь? Вот сам вот это все продумай, и оно абсолютно все Какие уйдет. мотивы у него были, почему, что можно изменить у нее и так далее. То есть, ну, там много размышлений, и размышления будут приводить к выводам, а выводы уже будут менять твою жизнь. Такое мне лезет, чтобы понравиться Ну, ей. естественно, естественно. Вопрос, Естественно. кому и как, и нужно ли это позволять женщинам. Женщины же редко думают, они вот просто на эмоциях, на воле, вот может ли, может что-то ограничивать вот это женское самозвучание. Они же не просчитывают последствия. Зачастую. Вот как, наверное, стоит вести себя в таких ситуациях с женщинами? Виновата ли она? Да, Либо надо. это просто такая часть у женской природы, проверять на слабое, границы искать. Да, это как мое как Пробивать. обучение, как обучает, чтоб я себя как бы укреплял и не позволял кому-то Да. извне Мужик или собой нет? управлять. Может быть, это просто женщины Да, делают тебя мужиком, на слабо проверяют. Сможешь ли ты найти свой стержень? Видишь, бабы-то вот везде я тоже так. одинаковые. Хоть с перепончатыми лапами, хоть с хвостами, хоть. Ну, бабы везде одинаковые, получается. Сущность одинаковая. Видишь? Подумай, о мужской сущности, о Я женской. смотрел, Угу. я смотрел ваш сеанс, когда вы еще искорками энергии были и встречались во Вселенной. Ну, И это да. Мона уже знала, что тебя уже как чувствовала, что это, что она тебя Ну знает. ладно, смотри, И ощущения ты вокруг потом. тела-то у тебя, не отвлекаешься. О нас-то можно много говорить. Время общения с нами, вот пока на резонансе, смотри, что с твоей энергетикой происходит, с сознанием, что, рассказывай. Какие изменения? Ну, изменения, что я, неужели то, что я был драконом, дракончиком, но я уже знаю, Тритончиком. вернее, Драконы летают и тритончиком. огнем плюются, а это водяное что-то, водное. Тритончик. Тритончиком. Я думаю, что мне вода так нравится. Вот сейчас я. Мне Витька, вот лодки смотри, нравятся. смотри, о чем тебе сказал Илья, послушай. Да, Вот я опять ушел. представь, да, представь свое тело энергетическое, вот человечек, да, как вот руки, ноги, голова. Не тритончик, а ты сейчас. Посмотри на себя со стороны, как ты себя Вот видишь со каким ты стороны? был буквально вчера, условно, каким сейчас, и каким ты мог бы быть, если бы все было так, как вот до этого разрушения твоего гаража, где все упорядочено, где все было хорошо, где ты заработал на свой велосипед и купил его, вот это ощущение управления транспортным средством. Какая бы машина была сейчас, не разрушенная. Ну, ты понимаешь, да, вот у тебя вот так вот все росло, вот так. Потом был некий слом и пошло вот в эту сторону. А если бы этого слома не было, вот как бы было все вот. И вот попробую вот всю энергетику, ощущения, волю, мозги вернуть вот. Условно, ветка вот так росла, потом ее сломали, она вот так начала расти. А вот сейчас этот слом ушел, и она медленно распрямляется. Вот ощущаете распрямление и фиксируй. Выровнять пол, Выравнивая выровнять пол. энергетику, Сейчас соответственно, пошел. ощущения, мозги, манеру мышления. Что теперь ты Только прямо, да. не соскальзываешь, а прям вот мысль додумываешь, вот прям до сути. Ничто тебя не сбивает, ты прямо думаешь, доводишь до конца,
фиксируешь и думаешь новую мысль потом. Новое дело. Ничто тебя не уводит. С женщинами как бы ты вел себя. Вот с этим новым опытом, с осознанием, к чему приводит А доверие жестко, некоторые. такое впечатление, что жестко, но как Без жестко? ущерба им, но твердо. Да, без ущерба им По-мужски. сказал, что такого не будет, и все, и Во. делаю свое дело. Ей не нравится, меня это не колышет, что она хочет. Я знаю, что это будет полезно для обоих. Как минимум Вот ты я делаю, выживешь, да, и да, я знаю, что я правильно делаю, а да. она прилипнет, просто прилипнет, Да, и ей же будет и лучше. ей будет хорошо, да. Да, вот такое впечатление, Отлично, что правильно. она только выиграет от того, что Ты я, скажешь нет, да. да, что я скажу Сделаешь нет, как будет надо. по-моему, Не да. по-твоему, а как надо, как правильно. Как правильно, да, потому что у меня это получается, у меня... Я делаю во благо, чтобы Всем. себе, Да. но вокруг меня тоже хорошо людям, потому что Да, я на правильной дороге, я правильно делаю. Я хочу отлично. сделать не только для себя, я делаю для себя, но и людям просто дарю, Да, потому что у меня есть, и я делюсь этим отлично. на вот. Пользуйся, потому что это бесплатно, это не будет нагружать ни тебя, ни А если окружающих. будет какая-то ситуация, которая непонятна, твои действия, как ты будешь действовать? Непонятно. А я всегда говорю, что я частичка всего целого, и Это самое понятно, лучшее но смотри, это... что сегодня произошло, методика работы, видишь? То есть ты будешь применять вот эти навыки, полученные сейчас с нами? Да, я если это видео я смогу пересмотреть еще, если получится. Я думаю, что получится. Да? Или... А я запомнил основное. Молодец, все. И переработаю его, укреплю, как бы... Вот как ты говоришь, дострой и в прямую линию, и вверх точить, Ну, просто методика-то вверх. прежняя. Понять, что происходит, понять, когда это началось, просмотреть эту ситуацию, просмотреть на энергетике, выяснить структуру по ощущениям в энергетике внутри. Опуститься в эту структуру, либо вытащить ее. И потом проработать эту структуру. Вспоминая, если Осознать. что-то Да, 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 прилетело. да. Вот как сейчас мы четко проработали три уровня. Первый просто сознание ментальное прочесали. Потом по воспоминаниям опустились в этой жизни. Потом через энергетику, через структуру опустились в другую жизнь. Все просто. Понятно. Трехшаговый Для вас, да, алгоритм. для меня это... Теперь для Для тебя меня будет. это Теперь теперь для для тебя тебя. будет. Теперь ты Да. умеешь, правильно? Я думаю, что да, потому что Отлично. я с вами, я вообще, у меня такое, у меня было чувство, что вот именно я ощущал, понимал, что пока отключат интернет, я с Моной все равно встречусь. Пока не Но отключили, когда, да, Илья, отлично. ты появился, Ну, супер. я думал, если я не встречусь, значит, я просто, Ну вот Витька, тебе... видишь, сейчас жизнь Витька, будет теперь все меняться. хорошо Все. будет в жизни. Ладно, Я видишь, знаю, ты же до меня загадал. это, то Будут все будет хорошо. изменения, звони, пиши. Пока. Мы будем тебя вести. Пока. Как бы. Давай, пока. Пока. А Все. как, Илья? А как? Так, сюда же, Илья. Ладно, да. Ну, если что, по делу, давай. Все, Спасибо. да, добра. Все, пока. Спасибо, Илья. Теперь все будет Благодарю. иначе. Давай. Добра.